Следующие остановки – Университетия Педагоджика де Стейт Йон Крианга.
Вот мои маршрутки. Куда мне дальше ехать? Стражены. Вот это они. Я еще хочу зайти в магазинчик. Ну, уже почти приехал. Это район Буйтана, по-моему. Сейчас узнаю. Скажите, как этот район называется? Буйканы? Да. Буйканы, спасибо. Вот это район Буйканы называется. Круг Буйкан. Не надо здесь, на Стражан. Спасибо. Что-то сказал по-молдавски, но я ж не понимаю молдавский язык. Кстати, здесь очень люди хорошие, нормально отношение к украинцам. Если говорят по-молдавски, я говорю, извините, я с Украины не понимаю молдавский язык, сразу же переходит на русский. Не ожидал, очень культурные люди, спокойные, культурные, вежливые в Кишиневе. Очень нравится мне. Я хочу зайти в магазин, тут есть морепродукты. Fish Market. Сегодня 30 ноября. Вот снег выпал, растаял. Морозы остались.
Скажите, вот тут вход в этот магазин фиш-маркет. Здесь, да? Вот-вот. Спасибо. Было бы такого взять. Вот на кассе такой столбик стеклянный. А, спасибо. Ту-ту-ту-ту-ту. Лэндровер такой красавчик.